Стан беларускіх прадпрыемстваў паляпшаецца і адначасова пагаршаецца. Закончыўся аршанскі эканамічны эксперымент, а ў Беларусі, як і патрабаваў Лукашэнка, знайшлі нафту. Дык што адбываецца і як гэта адаб'ецца на нашых з вамі гаманцах? Гэта праграма «Чалы эканоміка». З вамі, власна, Сергій Чалы. І Ольга Лойка. Вітаем. Добрый дзень. Долговые инструменты банка развития, как известно, довольно прибыльная вещь, особенно для владельцев его еврооблигаций из недружественных юрисдикций. Никто ж не знает, сколько там, пока не накопаем, но теперь узнали. И это, к сожалению, самое страшное, что произошло. Программа развития Аршанского района. Это ведь на самом деле была, наверное, последняя плодотворная дебютная идея наших экономических властей. Не будем же мы все время лапти плести. Вы понимаете, о чем идет речь. Ну и мы действительно понимаем, о чем идет речь. Я хочу сказать, безумству храбрых поем мы славу. Так что отбывается с белорусскими предприемствами? Как такое махшимо? А это и есть уникальная белорусская экономическая модель, доказавшая свою эффективность. Просто когда у тебя задача отчитываться по валовым показателям, ну, сколько, значит, чугуна стали на душу населения, произведено, сколько госзаказ, там, план перевыполнен и так далее, какой ценой мы на это, значит, не обращаем внимания, то так у тебя примерно и получается. Вот, вот, например, выручка государственных предприятий. Они наиболее интересны, потому что именно это и есть наша уникальная экономическая модель. Значит, выросла в первом квартале по сравнению с аналогичным прошлого года на 17%. Казалось бы, да? Чистая прибыль снизилась на 21%. Да. Ну, несложно догадаться, что и рентабельность снизилась. Да? И по поводу того, чем занимается госсектор, экспорт товаров госсектора на 300 миллионов меньше, чем в аналогичный период прошлого года, а импорт на 330 миллионов больше. Вот. Это такое уникальное белорусское импортозамещение, которое импортозависимость увеличивает, а не уменьшает. И растет количество предприятий, у которых нет оборотных средств. Но это вообще, что такое предприятие, у которых нет оборотных средств? Это значит, что тебе даже на выплату заработной платы приходится брать кредитные ресурсы. И, соответственно, задолженность это растет постоянно. Ну, в общем, история такая, что это государственные предприятия все больше начинают напоминать не коммерческие государственные предприятия в нормальной экономике, а казенные предприятия советской, когда у них, собственно говоря, не было вообще ничего, никаких своих собственных финансов. Давайте мы вам задание спустим, давайте мы под эти задания вам, значит, выделим материальные ресурсы и ресурсы денежные. Механизм финансирования в уникальной белорусской экономической модели, раньше он был... Я тоже про это многократно рассказывал. Раньше он был совсем простой, ничего не стеснялись. Это просто были деньги, которые создавались Национальным банком из воздуха. Просто они проходили через коммерческие банки. Потом это стало выглядеть как-то совсем неприлично. И они придумали хитрую схему с использованием банка развития. Значит, схема теперь выглядит вот таким вот интересным образом. План финансирования экономики, то есть расходы на национальную экономику. На 30 мая правительство увеличивает на 1,15 млрд рублей. А для того, чтобы эти деньги найти, Банк развития хочет одолжить в виде своих облигаций, выпустить на рынке под 1% годовых. Ну, понятно, что найдется большое количество желающих под такой выгодный процент его инвестиционной бумаги покупать. Одолжить 1,2 миллиарда рублей. Ну, понятно, что, значит, оставшиеся там 50 миллионов, это где-то, ну, это административные расходы. Вот. Вообще, вложение в долговые инструменты банка развития, как известно, довольно прибыльная вещь, особенно для владельцев его еврооблигаций из недружественных юрисдикций. Как мы знаем, он, так же, как и наш внешний долг, он решил, что чем мы хуже. Кто же знал, что государство не очень-то захочет рассчитываться. Вот. История какая? Они все сослались на один и тот же... Значит, прецедент, связанный с тем, что банк, который, Кастоди, который, собственно, проводил расчеты, направлял эти средства уже, собственно, конечным держателям этих еврооблигаций, он отказался от сотрудничества, они сказали, а ну раз так, новое постановление Совета министров от 28 мая, которым определены механизмы исполнения обязательств по вот еврооблигациям. Из дружественных юрисдикций, которые приобрели их до принятия этого указанного постановления, то есть вот как раз до 28 мая, им получены, значит, выплаты, включая накопленный доход плюс основное тело долга, это все будет выплачено. Расчеты, правда, будут происходить в белорусских рублях по официальному курсу к доллару США. Ну, окей, хоть как-то. Но далее происходит самое интересное, а, значит, казалось бы, можно же было
вообще ничего не платить держателям из недружественных стран. А можно пропоновать дисконт. А вот понимаешь, ты говоришь, нет, ну мы же никак не можем выплатить. У нас же ушел, значит, тот, кто, через которого мы из недружественной страны, там, Ситибанк, все, нет возможности. А нет, 30% есть возможность, 100% нет. И тогда возникает вопрос, насколько работает ваш первоначальный аргумент. Оказывается, что никак не работает. Уважаемые сетезрители и сетеслушатели, теперь появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с помощью переводов карты на карту и криптовалютой. И помните, экономика – дело всенародное. Давай продолжим тему предыдущих передач. Вот эта вот новость о нахождении, открытии нового месторождение нефти. Мы уже рассказывали о том, что после того, как Лукашенко в очередной раз уже, на моей памяти, четвертый или пятый, сказал о том, что нет, ну надо все-таки копать, они действительно начали копать, дебет скважины составляет 600 литров в сутки. В связи с этим можно говорить, что мы открыли новое месторождение нефти. Вот давай подумаем, можно ли об этом говорить в связи с этим, что открыли новое месторождение. Ну, казалось бы, очень простая вещь. Я взял и посмотрел, каков же в России, например, средний дебет скважины в России 9-10 тонн. Ну, они говорят в литрах в сутки. Значит, это 65 баррелей в сутки. Значит, если пересчитывать американские 65 баррелей, это 10300 с копейками литров. А у нас 600. А у нас 600. Вот так работает экономика. Приказал, нашли. А никто ж не знал, сколько. Ну, вот, оказалось, столько. Наконец, Оршанский регион, район. Одновременно было два мероприятия. Сам Лукашенко приехал туда, на завод «Легмаш». И в Оршаже произошло заседание Президиума Совета Министров, которое подвело итоги реализации программы развития Оршанского района до 2023 года. Почему эта вся история чрезвычайно важна? Вообще, если мы помним, идея программы развития Оршанского района, это ведь на самом деле была, наверное, последняя плодотворная дебютная идея наших экономических властей. Давайте мы рассмотрим Оршанский регион как пилотный проект. Вот мы выберем один район, как говорит Лукашенко, вот как у него есть там поля маркиза Карабаса, да, где в качестве крепостных работают лучшие специалисты из сельскохозяйственных институтов. Да? Это типа опытные поля, я там сам смотрю, как это все работает, а потом мы это будем применять. Я очень хорошо помню этот момент рождения и, значит, принятия этой идеи в виде вот этих документов. Я говорил о чем? Что с самого начала было понятно, что это лукавство, это не может быть пилотным проектом. Пилотный проект должен был быть одним очень важным свойством, базовым, без которых он не может быть пилотным. Он должен быть масштабируем. Если там используются меры, которые не могут быть применены на всю страну, то, извините, тогда это не работает. Что они сделали? Они фактически сделали новый офшор. Оршор, как в то время даже, значит, шутили. Например, освобождение от уплаты НДС при ввозе технологического оборудования. У нас практически каждый инвестиционный проект теперь без этого не живет. Ставка налога по упрощенной системе снижалась до 1%. И особенно интересный был момент, снижались отчисления на пенсионное страхование. Но нигде не было сказано, а как же будут пенсии-то выплачиваться потом из этого. То есть ты понимаешь, что не может быть такого, чтобы вот применить этот опыт на всю страну. И не может называться пилотным проектом тот, если у вас вся страна оплачивает результаты этого самого эксперимента. Вот это оно примерно и произошло. Вот в 2019 году комплекс мер этот был утвержден. Вот. И начнем с результатов. Мероприятия программы выполнены более чем на 90%. Ну, поскольку там в основном освоение средств. Достигнуто 65% показателей. Ну, как сказать, близко к случайному, да, результату. Вот. По отдельным под программам и мероприятиям имеются хронические проблемы, связанные в первую очередь с нарушением сроков реализации бизнес-проектов, качеством бизнес-планов и загрузкой мощностей. Ну и, наконец, как же сам Головченко оценивает результаты этой самой программы развития Оршанского района? Предприятия прошли большой и непростой путь поиска направления, которое должно было помочь кратно увеличить объемы выпуска продукции, выручки и, соответственно, заработной платы. То бишь он говорит о том, что они прошли путь поиска направления и нашли его. Все предприятия Оршанского района нашли свой путь. По крайней мере, на десятилетнем горизонте тот же самый Головченко
говорит, когда он посещал завод «Красный Борец», в нынешних условиях важно не упускать ни одной возможности. То есть какая подвернулась, то использовать. Давайте запомним это. Чуть позже мы проговорим, какого же рода это направление. Ну и, наконец, председатель Аршанского райисполкома говорит о чем? Уже немало сделано. Модернизированные предприятия отдельным, например, как завод «Легмаш», дана новая жизнь. Сегодня это предприятие становится локомотивом, где трудится почти 1000 человек. И это, на самом деле, довольно интересное признание. Еще в середине февраля этого года Еврорадио обнаружило интересную историю о том, как вот этот самый полумертвый завод «Легмаш» со списочной численностью сотрудников 490 человек открыл вакансии по 46 профессиям и должностям. 46 профессиям. Итак, Лукашенко посетил завод «Легмаш», который производит, как пишут официальные СМИ, белорусские различные промышленные, в том числе специальные, различные промышленные, в том числе специальные изделия. С 18 по 23 год, собственно, за время реализации этой программы, объем производства на заводе «Легмаш» вырос почти в 8 раз. Заработная плата увеличилась практически в 4 раза, рентабельность на 12%, правда, на 8%. Раз увеличился объем производства, а рентабельность всего на 12%. Завод «Легмаш», который раньше выпускал какую-то фигню, в том числе вот эти вот чугунные казаны, которые Лукашенко подарили при посещении этого самого завода. И вот, собственно, показывают это посещение. И довольно интересная история. 31-летний директор этого завода Владислав Павленко зачем-то одет в военную форму. Завод «Легмаш». А среди прочих, значит, председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, то же самое вот Лукашенко показывает, что же они там производят. Значит, Альянс расследователей Беларуси изучил фотографии визита Лукашенко туда и увидел там код изделий, для которых эти детали выпускаются. Это 9М22У, это снаряд для установки ГРАД, системы залпового огня. Вот. И там даже на фото видно сами эти трубы, и болванки, которые выпускаются, значит, которые, собственно, там вытачиваются, в Россию отправляются. И вот, наконец, Лукашенко. Сегодня я делаю все для того, говорит Лукашенко. Это он оказывает. Ну, понятно. Сегодня я все делаю для того, чтобы вас вернуть на высоконаучное, высокопроизводительное, точное и прибыльное производство. Не будем же мы все время лапти плести. Я говорю, прежде всего, производство изделий, пока вы понимаете, о чем идет речь. Ну, и мы действительно понимаем, о чем идет речь. Это машины для убийства людей в Украине. Эти изделия нужны будут всегда, говорит Лукашенко. Вы, пожалуйста, обращайтесь к руководству завода. С пониманием отнеситесь к правительству, которое пришло вот с этими предложениями, чтобы восстановить производственное помещение и произвести очень нужный для всего мира товар. В общем, какой вывод можно сделать из этого народно-хозяйственного пилотного проекта, эксперимента, который, правда, только 65% целевых параметров сумел выполнить? Откуда вся радость? Радость от того, что, как это, нашли они таки, наконец, свое направление. Вот жила, да, золотая. И сейчас мы результаты этого эксперимента, по идее, должны распространить на всю страну. В чем золотая жила? Давайте выпускать снаряды для российских РСЗО «Град». Прекрасная, мне кажется, народно-хозяйственная идея. Те самые... От земли, как любит Лукашенко. Именно, те пушки вместо масла. Да? Единственная проблема в том, что, как мы понимаем, никакой спрос, кроме на самоуничтожение, эти товары не создают. И в этом главная проблема военки. В том, что вы платите зарплату работникам, но продукцию, которая могла бы быть потом потреблена этими же самыми работниками, ее больше не становится. И рано или поздно это все сказывается на перекосах, которые в советской экономике и случились. Там, на самом деле, очень интересное было. У нас сразу несколько экспертов экономических выступили на этой неделе. Я просто обожаю вот эти вот псевдонаучные построения, как весь тот, как Лукашенко любит говорить, от земли построенную экономику, они пытаются объяснить, что это и есть та самая уникальная белорусская экономическая модель. Как говорит один из моих любимых экономических экспертов, как его представляет Белта, Георгий Гриц. У нас социально ориентированная экономика. Далее фраза «бессмысленная до гениальности». Нам важно заработать деньги, чтобы государство могло помочь предприятиям и гражданам в достаточно непростых условиях. Простите, кому нужно заработать деньги, чтобы государство могло помочь предприятиям? Зарабатывают деньги предприятия и граждане.
В общем, на самом деле, вот тут высказана очень хорошая идея, заключающаяся в том, что мы не можем и не собираемся, хотя скорее не можем, но даже цели такой не ставим, создать такие условия, в которые предприятия и граждане могли бы заработать настолько, что им не пришлось бы помогать в достаточно непростых условиях, потому что, а кто сделал эти достаточно непростые условия, да? Нам важно заработать деньги, чтобы помочь предприятиям. Это и есть ровно то, с чего мы начинали. Вот с этой самой модели советских казенных предприятий. Мы предприятиям расскажем и людям расскажем, чем им нужно заниматься, то бишь, чтобы им хватало на поддержание штанов. Это вот называется, вам же зарплаты хватает, да? Значит, и вы не должны расти всерьез. Вам оборотных средств не хватает, но вам же хватает зарплату выплачивать, пускай даже из кредитных ресурсов. Вы нам сделаете, сколько нам нужно, чтобы мы потом могли заработать что-то, государство говорит, чтобы потом вам помочь и поддерживать. Вот такая вот сложная система, которая и называется социально ориентированной экономикой. Вот, где, собственно, государство паразитирует на предприятиях и гражданах, работающих в этой самой стране, думая, что таким образом оно им помогает. А потом, правда, выясняется, что, вот, как я уже сказал, как они говорят, в неблагоприятных условиях. И возникает вопрос, а кто это сделал? И в последнее время разговоры об эти неблагоприятные условия, они начинают приобретать вполне себе, так сказать, такой вокальный уровень, когда даже в Совбелке, значит, по итогам круглого стола человеческий капитал как основной ресурс долгосрочного устойчивого развития, организован научно-исследовательским институтом Министерства экономики, внезапно обнаружили, что все это как-то, значит, люди разбежались. Кормовая база, Вася. Понимаешь, куда-то разбежалась, да? У нас же такие были классные люди. Образованные, трудолюбивые, толерантные, законопослушные и исполнительные. Ну, самое, как там говорил Караев, самое покорное население, да? И что произошло? Ну, во-первых, там на самом деле в действительности очень много интересных тезисов в этом самом круглом столе. Для правильного развития необходимы квалифицированные кадры. И действительно, это обнаружили еще во времена Берии, Шарашек и всего прочего. Короче, привлечь мигрантов таких мы хороших не можем, потому что нечем. Значит, лучше возвращать мигрировавших сограждан. Вопрос, правда, почему сограждане мигрировали, мы на это обращать внимание не будем. Хотя, казалось бы, если вы хотите людей вернуть, то, наверное, нужно было бы устранить те причины, по которым они поехали. Но нет, мы так поступать, естественно, не будем, потому что это будет совсем уже крамола. Ответ простой. Все работают, в том числе за деньги, убеждена Татьяна Бранцевич, это замминистра экономики. Ну, то бишь, кормить нужно лучше, они и не улетят. Ну и дальше они начинают рассматривать, что нет, ну, знаешь, как вот, как сейчас принято говорить, в брежние времена, не прежние, а брежние времена, там же была идея какая, что материальное стимулирование как-то считалось для советского человека, ну, как-то это, как-то, ну, что, зачем ему платить, давайте мы ему грамоту какую-нибудь дадим или что-то еще. И вот они говорят о том, что играют большую роль же и нематериальные вещи, что действительно правда. Но что они под этим имеют в виду? Три базовые потребности психически здорового человека называет ректор государственного учреждения образования, институт повышения квалификации при подготовке руководителей работников промышленности. Значит, труд, создание своим трудом чего-то, общение и самореализация. Нельзя себя загонять в ловушку заработной платы. Я бы Татьяне Мельниковой напомнил, что в пирамиде потребностей под реализацией, под общением, под трудом находятся еще более базовые вещи, как, например, безопасность. И если это сейчас ваша главная проблема, от которой ваша, значит, кормовая база самая покорная разбегается, даже самая покорная, то сколько бы ни разговаривали про общение и самореализацию, это будет на последнем месте у этих людей. Но ты же понимаешь, что они не могут вот сделать следующий этот мыслительный шаг, потому что это будет уже практически государственной изменой. Выиграть региональную конкуренцию исключительно при меркантильной составляющей в Беларуси шансы не очень велики. И далее. Надо использовать более гибкие стратегии. Иначе мы подготовим специалистов, когда они станут профессионалами, их перекупят корпорации и соседние государства. Вспомни, как у нас недавно один из чиновников говорил, а зачем вы учите людей английскому языку? Вы что, их учите для иностранцев? Надо обращать внимание не только на образование людей молодых, но и на образование людей, значит, уже взрослых, образование всю жизнь.
старшего и среднего возраста, и далее, цитирую, они уже состоялись, поэтому не будут тратить время на бесполезные предметы, которые включены в программу с учетом каких-то предпосылок, не связанных с применением на практике. На русском языке это что? Уберите, пожалуйста, ваш этот идеологический бред. И оставьте то, что людям действительно в образовании нужно, а не то, что вы считаете, как им нужно этим образованием промывать мозги с помощью своих идеологов, своих БДСМов там, и прочих разных мероприятий по просмотру пропагандистских фильмов и совместному прослушиванию выступлений Лукашенко. Крамола изнутри. На самом деле, да. То бишь, в ситуации, когда Лукашенко и самые близкие к нему отвечающие там, за экономику и социальное развитие страны думают, что какую вы классную нишу нашли, какой классный источник. Да? Триллионные ресурсы России, которые она готова тратить на то, чтобы им Беларусь производила в огромных количествах, 8 раз увеличила производство снарядов для убийства украинцев там, или кого-нибудь еще. Значит, классная идея, высокотехнологичная, да? Высокодоходная, увеличивает занятость, все отлично. Проблема заключается в том, что когда вы идете по вот этому пути и вы уверены, что все хорошо, создается огромное количество побочных вот этих негативных вещей, на которые начинают обращать внимание все остальные, кроме тех, кто у кого вот, как сказать, шоры на глазах. И на самом деле я хочу сказать, безумству храбрых поем мы славу. То есть надо реально отдать должное людям, которые смогли высказать критику сложившихся негативные тенденции в результате действий этих же самых властей. И все это, когда любая критика вот этих самых основ социальной белорусской экономики, она воспринимается как заказная, как вражеская, навязанная, значит, с чужого голоса Соединенными Штатами Америки, как убедился сейчас Лукашенко. Это на самом деле такое, я бы сказал, неустойчивое равновесие, как это, удастся ли им достучаться, или получат они свои сроки за саботаж, это предстоит нам узнать в ближайшие месяцы. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем программу «Чалы экономика». А чтобы не пропустить ее новые выпуски, следите за Ютубом и социальными сетями Белорусского расследовательского центра. С вами были Сергей Чалы и Ольга Лойко. До побачення. Всего доброго.